Да нет, это в нашей стране. Не надо думать, что это не в нашей стране. Это напрямую касается наших тех или иных интересов, потому что с Арменией у нас традиционно очень хорошие отношения. Но и скрывать не станем. И об этом очень печалится в Армении. Мы еще и продаем оружие Азербайджану. Поэтому мы не заинтересованы ни в каком конфликте. И стараемся его сейчас замерить, насколько я понимаю. Но есть другие персонажи, насколько мы понимаем, которые заинтересованы. Это Турция и США. И они поддерживают Азербайджан. Поэтому нас пытаются втянуть в этот конфликт. Мы пытаемся от него избавиться. Но то, что это не наше дело, так может рассуждать только человек глубоко наивный. Это абсолютно наше дело. Потому что это вопрос нашей безопасности, вопрос нашей экономической безопасности, вопрос наших долгих взаимоотношений на территории Евразии, разнообразных, культурных, социальных и в том числе промышленных. Поэтому ничего тут, как это называется, по линии русского милитаризма здесь нет ничего. Здесь только наше будущее как таковое.